Я хотел, Игнат Тихонович, попросить молитв. У нас здесь чрезвычайная ситуация объявлена. Вот, там вода подступает с каждым минутой сильнее и сильнее. Хотел бы с вами помолиться. Ну так откуда вода? С Урала. А что, вы около реки где-то находитесь или низина какая? Ну да, там прибрежная зона. Так что, главный паводок еще не прошел? Только начинается. И уровень воды поднимается? Да. И какие выводы? Слава Богу за все. Так, понятно. А какие ваши действия? Ну, мы оттуда уже уехали. Вот я к брату приехал на квартиру, он пустил меня к себе. А ваше жилье попадает туда? Конечно. Ой-ой-ой. Это в Сибири это очень часто бывает такое. Разливы огромные просто. А когда было там в Хабаровске, там все-все затопило. Да. Так, ну что, раз знаете, верующие, что без Бога и волосина не пойдет, тем более здесь. Как Бог даст, главное души спасите. И основное, скотина такая-то есть? Ну, там дома остались птички, да шиншилла, собаку забрали. Ну, обычно на крыше спасаются-то. А у вас дом-то какой? Из чего составлен? Да из кирпича до блоков. Да. У нас тут тоже тут живем в домике, где это мне дали, когда суд шел, в честь компенсации того, что у меня изъяли. А после реабилитации я подал в суд, и 11 лет шел в суд, я его выиграл. И вот оказалось в доме, в котором я сейчас сижу, у него фундамента нету. Просто бревна стоят на земле, естественно, в одном конце они низинка, она там все сгнила. Теперь надо думать, как это все выправить-то. Вот тоже забота. Может, кто-то приедет, специалисты могут помочь. Тут надо много что. И гравий, и цемент, и с чем подпирать. Ну, пока вот сижу здесь, пока земля оттает, дальше видно будет. Так, помоги, Господи. Так, еще что-нибудь ко мне? Есть какие-то вопросы? Нет? Да нет, вот хотел помолиться с вами. Ну, хорошо. В компанию одинаково будем бороться с этим. Ну, у нас высоко здесь. Обь. Мы прямо около Оби живем. От нее один рукав подходит. Но около него тут проводят, там работают. Рукав недвижим, он заканчивается. Вот так дальше, а дальше с Обью. А какая там будет? Какой уровень? Ну, думаю, что тут не поднимется. Тут метры 3-4 высота от воды. У нас уже на 4,5 метра больше поднялся. А, не на 4,5, на 8 уже, кажется, поднялся. Ой-ой-ой. Ну, главное, вот, чтобы сами остались целы. Остальное Господь усмотрит как. Мы-то тоже ничего не ведаем. Тут, которые в затоне живут, их всегда заливает. Но у нас тут не заливало ни разу. Такого не было. Потому что не сама Обь, а от нее рукав. У Оби, если будет подниматься, поднимется и здесь. Ну, а тут-то еще дальше у нас рядом, как не холм, а возвышение просто выше. Там кладбище было, сделали храм в честь Иоанна Крестителя. Ну, ладно тогда. Я тоже... До 12 метров поднимется вода. Ой-ой-ой. Тут разговор шел у нас. К нам приехал, это знаете, Денисов Георгий? Да. Вопрос стоит о том, что у Андрея он работает, а там оказались другие работники есть. Он совершенно не вписывается. И почему-то о вас речь зашла. Вам не нужен работник? Мы его будем, наверное, назад отправлять. Да мне он куда нужен, Игнат Тихонович? Я сам там на птичьих правах. Ну все, значит, тогда разговора на эту тему нету. А он, главное, видно, что, говорится, не свой. Все время что-то бормочет, и сколько не билось с ним, это Елена Годыщук. Ты стихи заучивай там, что-то. Ну делает все по-своему. Он говорит,
Соглашается, только отойду делать по-своему. Он уехал, мать его отпустила, а мать там что-то замуж собирается, видимо, одна жила. Ну вот завтра у меня с ним будет разговор решительный. Или он покоряется, или возвращается. Потеряевке он совершенно не подходит. Он там туда не приедешь без общего согласия, раз, а второе там делать нечего. Мы ничего не ведем. Картошку садить. Это Володя едет, а Володя он слова не скажет. И там ничего не будет он. Он сразу верхом сядет и... Так вот. Вот только сказал Елена, а тут она выходит. Елена, но она не присоединяется так. Благодарю. Прошу тоже о нас помолиться, чтобы решить участь именно этого Георгия. Его Егором зовут по паспорту. Денисов. Но остальное Господь будет знать. Держись, доверяйся Господу. У вас... Спасибо. Аллилуйя. Если я не нужен, то отхожу. Все, благословен. Спаси, Христос. Да, нам это нужно. Thank you.